Привет, дорогие друзья! Вы на канале корпорации «Зеленая планета». И сегодня мы продолжаем поиски домика за одну базовую величину за 15 долларов в районе Беловежской пущи. И сейчас мы находимся в отдаленной такой заброшенной деревне на болоте. Вот. Домик, правда, там в полуразрушенном состоянии, но место тут красота, конечно. Болото, не знаю, правда, что тут будет с комарами. Вон там лебедь плавает. Место очень красивое. Лягушки квакают, птички поют. Красота. Кукушка кукует. Немножко понаслаждаемся этой красотой. Вон там еще один лебедь плывет. Вот такие подъездные пути к этому домику. Дорога, конечно, не очень. Вся разбитая. Но это, я так понимаю, хутор будет. Это будет хутор. Вот, кто-то едет. Даже. Вот такие вот леса. Но тут такой лес более лиственный, хвойного не вижу, как бы лиственно. В общем, приехали. Вот такой вот. Подходим к домику. Травы по колено. Все заросшее. Получается хутор. Идем смотреть, что тут есть вообще. Абсолютно все заросшее. Где тут вход? Где тут что, непонятно. Под ноги надо смотреть. То я уже
провалился в одном месте. Окно выбито. Уже кто-то лазил. Так. Дверь на замке. Окно выбито. Так, печка развалена. Ну, как развалена? Печка сама целая. Металл достали. Табуреточка стоит. Табуреточка вот стоит. Кто-то так конкретно лазил. Ну, я думаю, ничего страшного не произойдет, если и мы залезем. Хотя, как бы я не люблю такое делать. Но я думаю, ничего страшного. Просто ничего трогать не будем. Просто посмотрим, что да как тут. Вот такой вот. А, тут уже крыша. Крыша подтекает. Чердак прогнил весь. Вот. Печки все целые. Но тут главный критерий для продажи дома, чтобы были печки целые. А тут печки целые. Я вам скажу, такие даже ничего, печки красивенькие. Это грубка. Но потолок, да, в таком печальном состоянии. Чердак. Черт. Получается две комнаты. Но пол крепкий. Здесь все подоставали. Металл, чугун. А здесь не достали. Как-то странно, эти мародеры. Внизу чисто. Ходы чистые. И вот это вот, оно как будто новые эти дверьки такие. Такое чувство. Да, потолок печальный. Но пол в целом, пол крепкий, не проваливается ничего. Тут что у нас? Тут, конечно, немножко разобрали печку. Тут немножко разобрали. Может, монеты какие искали с металлоискателями. Еще что-нибудь. Вот такая вот печь. И тут этот погребок, что тут есть под печкой. Пусто. Тут или разбирали. Ну, дом выставлен на продажу. Значит, за 37 рублей. Значит, они посчитали, что еще печка не разрушена. А, это если бы она была разрушена, где дымоход, тогда бы да. Тогда получается все, дом под снос. А если разобрано только здесь, то это считается, что печка еще в рабочем состоянии. Ну, в принципе, тут заложить только это. Как-то странно, эти мародеры разбирали. Может, в самом деле какие-то монеты или что искали, потому что как бы все-таки не металл, наверное, они забирали, или только вот это вверх. Непонятно. Потому что там металл. Эти дверьки, это все на месте, колосники. Духовка. Это как будто вообще новое. Такое. В общем, непонятно, что они тут искали. Но явно что-то искали. Так, вот такая вот комнатка. И тут еще одна. А, ну это вход.
Вход. Вот какая-то тут дверька. Сейчас отодвинем. Сени. Сундучок. Лампочка. Такая вот. Ну, в сундучке вещи. Все пропахло нафталином. Фотографии какие-то. Книжка. Шумят еле. Надо взять почитать. Мыши съели. О. А, уксус. Я думал, водка. Это зверка такая, ну. О, бутылки. Помните такие бутылки? Молочные. Из-под молока. 15 копеек. Одна бутылка. Помню. Тут мыши все поели. Всякие картины. Репродукции. Прикольная. Такая. Кстати, в том доме тоже вот такая вот было. Все-таки, кто живет, у кого дома в пуще, возле пущи, все любят вот такие вот репродукции. Самое известное — «Утро в лесу». «Утро в сосновом лесу», по-моему, Шишкин написал. Это все, вот, если в дом входишь, ездил, там тоже была картина, тоже такая. У всех, у кого в пуще дома, тут натюрморт, уже подъели мыши. Вот вышиванка с фотографией, наверное, хозяйка. Вот такая вот. Крестиком. Вот такие вот фотографии. Может, кто-то увидит, узнает. Вот, но дом продается, значит, всех родственников уже обзвонили. Вот еще портрет такой вот. Всех обзвонили, значит. Комиссия была, судом дом признан бесхозным, поэтому выставлен на продажу. Сечкарня. Это поднос нержавейки. Да, нержавейка. Редки. Ну, полы крепкие. Полы крепкие. Как бы на чердак тут входа нету нигде больше. Так. Ну, вот тут есть табуретка, посмотреть можно. Не залезу. Так вам покажу. Вот тоже какой-то сундук там. На чердак я не полезу, потому что можно точно провалиться.
Ну да, крыша вся протекает, но труба, дымоход еще целый. В принципе, сами стропила бревна еще вроде нормальные. Дальше там не видно. Вроде тоже нормально. Конечно, интересно было бы посмотреть, что на чердаке. Но я не полезу, потому что есть вероятность, что можно провалиться. А у меня нет желания. Ну, в общем, вот такой вот домик. Табуреточки всякие. Столик такой прикольный. Такой вот ретро кругленький. Наверное, еще раскладывается. Вот. Всякие открывачки. Кофе. Довольно современное. Вот, мисочки. О, кочерга. Ну, в общем, что я вам скажу, друзья. Пол крепкий. Стены вроде тоже нормальные. Крышу, конечно, перекрывать полностью. Печки нормальные. То есть дверьки вставил, я думаю, они будут работать. Пол еще не начал гнить. Ну, конечно, из-за того, что крыша течет, тут непонятно с перекрытиями, что будет. Ну, перекрытие понятно, что чердачное вот это вот. А сами вот эти балки, вот эти вот. Как они? Ну, я думаю, тоже, наверное, им хана. Но, как вариант, в Беловежской пуще участок за 37 белорусских рублей, там эквивалент 15 долларов. С участком, наверное, соток 25 точно. Тут вообще, если хутор, то бери сколько хочешь. Я думаю, вполне себе достойный вариант. Вот, вылез. Что тут еще у нас есть? Сарай разрушен. Полностью даже не пойду туда. Снаружи сам дом вроде еще нормальный. Ой, тут заросшее все. Тоже не полезу. Вот такой вот вариант. За 15 долларов. Беловежской пуще. Конечно, деревья тут уже. Все заросло. Клубника какая-то. Ну что ж, дорогие друзья, на этом буду заканчивать. Вот такой вот домик мне еще удалось найти за 15 долларов в Беловежской пуще. Буду еще что-нибудь смотреть. Вот. Что-нибудь искать подходящее. Но я думаю, что я в конце концов найду достойное. Вот. Всем спасибо за внимание. С вами был канал корпорации Зеленая Планета. Мира всем, добра, любви, удачи, счастья, позитива. Пока!